Продолжение к предыдущему ролику. Вот такой вот сок из свеклы, редьки и моркови. Такая история произошла во время войны. Когда-то вот вычитывала. Было, значит, так. У одной женщины во время войны пропали, значит, месячные. И вот она, сотрудница, посоветовала одной из них. От истощения это было. Взять одну морковку, свеклу и редьку, натереть на терке и выжать сок в стеклянную банку. Поставить темное место при комнатной температуре на 3 дня. Видите? И через 3 дня выпить этот настой. Выпить этот настой. Вот. Они, значит, это сделали. И на следующий же день, после как выпили в этот же день, то есть она поплыла ночью, пришла месячная. И так цикл с тех пор наладился. Вот регулирует гормональную систему именно редька. А втроем они вот срабатывают редька, свекла и морковь. Народные рецепты. Так что, может быть, кому-то пригодится. Пригодится кому-то при отсутствии месячных.